Хочу уточнить по поводу нового тезиса, который активно разгоняет в последнее время российская пропаганда, о том, что украинские войска вот-вот могут развернуть наступление вглубь территории России. Это Белгород, Курск, Брянск. Как вы думаете, почему об этом говорят и насколько это невероятно или вероятно? Ну, вы знаете, истерия, какая-то паника, какие-то синдромы людей, я не знаю, до чего доводят. Я тоже читал там анализы разные, что сейчас Украина 20-30 тысяч должна бросить на Москву, еще там что-то может произойти и так далее. Всякие басни и сказки. Я скажу следующим образом. Пускай там в Москве вот эти товарищи, которые пишут, боятся своих же мобилизованных, которые по истечению зимы сами пойдут на Москву и сами будут задавать очень неприятные вопросы. Вот этого им необходимо бояться. А мы сейчас заняты тем, что мы освобождаем украинскую территорию в пределах границ международно признанных, в пределах украинской конституции. И этим занимаемся. У нас тут достаточно работы для этого. А вот их не мобилизованы, я думаю, что вопросы начнут им задавать. И вот именно их стоило бы и остерегаться.